Хабаровск накрыл снежный циклон. За ночь в городе выпала половина месячной нормы осадков. И предполагается, что к вечеру эта цифра может удвоиться. Из-за метели и плохой видимости закрыто движение для больших грузов и автобусов на трассах, связывающих ключевые города Дальнего Востока. Аэромобильная группировка спасателей готовится развернуть пункт обогрева для водителей. Затруднено движение и в самом городе. Помощь автомобилистам, застрявшим в сугробах, оказывают дополнительные патрули ГИБДД. На улицах работает около полусотни единиц спецтехники. В школах отменены занятия для учеников младших классов. Добавлю, что сильные снегопады, по прогнозам синоптиков, продлятся 2 суток.